Привет всем, кто зашел на мой канал. Вчера мы делали красивые поделочки из того, что у нас есть дома. Сегодня я вашему вниманию предоставляю венок, который тоже очень легко сделать. Вот посмотрите, вот так он выглядит по-зимнему просто и нарядно. Как же я его делала? А очень просто. Я взяла обыкновенную кухонную железную мочалку, да-да, мочалку, не удивляйтесь, и пенопластовый круг. Если нет у вас пенопластового круга, можно сделать самодельный. Есть много уроков в интернете. Ну а если у вас будет желание, я вам покажу, как же сделать такие круги своими руками. Итак, мочалку я начинаю растягивать, чтобы натянуть по краю моего круга. Как вот вы видите здесь. Итак, растягиваем. Аккуратно я растягиваю со всех сторон, пока размер не будет соответствовать тому, что я пропущу ее по краю. Растягиваю. И затем уже, когда я хорошенько растяну, я расправляю на моем круге. Затем я беру пистолет с горячим клеем, приклеиваю и тщательно здесь растягиваю по краям тоже, чтобы эта лента из металлической сетки была пошире. И получается у меня, как вы видите, уже красивый такой веночек. Можно здесь сделать другие украшения. Ну, а я воспользовалась шарами пенопластовыми, как вы видите. Можно использовать не только пенопластовые шары, но, как я вам уже показывала, вот такие помпоны. Мягкие всякие разные. Пушистики. Или, например, цветные помпоны. Или, как у меня на венке, пенопластовые шарики. Ну, или те, которые мы с вами делали из туалетной бумаги. Также нам пригодятся кусочки какой-то ленты, какая нам подходит по цвету и по размеру. И вот так выглядит мой веночек. Что же я делала? Приклеив проволоку, я начала клеить шары. Сначала клеила большие шары везде по кругу. Вторым слоем у меня шли средние, как вы видите. Вот такого размера. Я заполняла пустоты. Затем маленькие. Маленькие я клеила. Все это в таком беспорядке. Приклеено. Нету никакого порядка. Где мы видим пустоту, там и клеим. Здесь вот можно было приклеить еще один шарик. И получается такой венок. Внутри тоже я проклеила. И по полукругу я все это заклеиваю. Я приклеила это все горячим клеем. Ну а что же можно сделать еще из проволоки? Вот, привязав вот такую вот ленточку, приклеив ее тоже на горячий клей. Здесь у меня атласная ленточка. И получился такой красивый зимний веночек из снежков. На такой веночек тоже можно приклеить наших птичек. Вот, смотрите, которых мы делали, да? Ну, или эту, например. Тоже смотрится симпатично. Ну а из металлической проволочной мочалки можно сделать еще разные поделки. Например, я натянула мочалку на салатник, она очень хорошо тянется. Большая мочалка, я имею в виду, вот такого размера, хорошо натягивается на салатник. Получается удивительный такой подсвечник. Это еще не все. Еще можно сделать на стакан. Посмотрите. Странно, правда, смотрится, но это на любителя. Можно и такой подсвечник сделать.
И вазу даже, посмотрите. Та-дам-та-дам. Вот такую вазу. Ну, как я сказала, это все на любителя. Итак, вернемся к венку. Здесь у меня выглядит вот так вот. Можно приклеить картон. Или, например, какую-то ткань, ленту, что хотите. Можно оставить прям так. Тоже выглядит нормально. И у нас здесь вешают на двери, на стены такие венки, на шкафы. Вот, просто подвешивают на окно. Ну, в общем, как вам нравится, куда вам нравится, можно сделать такой веночек и украсить им дом. Просто, быстро и симпатично. Ну вот, на сегодня это все, чем я хотела с вами поделиться. Если нравится, делайте такие поделки. Ну или немножко пофантазируйте, будет выглядеть совершенно по-другому. А я с вами прощаюсь. До новой встречи. Пока-пока.